Нет. Эй, на борту! Чего тебе? Дядька, что за товар везете? Может, он сгодится? Может, и сгодится, если кош хороший имеете. Привет! Здоров! Держи конец! Четверо на виду. Костик, дам команду, начинай пальбу. Пиндосы только не задень. Да не беспокойся, Миш. Пистолет убери. И я буду балакать, ты не встревай. То расколет в раз. Чего расколет? Да с того. У тебя такой же рыбак, как с меня доктор. Говорю, молчи, значит, помалкивай в тряпочку, гулять по местам. Кидай! Как оно? Нет. Нормально шли? Какое там нормально? Под Керчью такое было, страшно вспомнить. Самойленько, это надо! А ничего больше нема. Так больше ничего и не надо, чудак. Майорчик, ты что вылез со своей морды, а? Я ж думал уже. Уже, я ж сказал, пока не скажу, никому не высовывай. Ну так. Ну так. Миша, там раненый. Ну тащите сюда. Если не помер, будет жив. Че? Как его вскрыть? Ну так. Да дышит еще. Миша, сволочь, что ж ты своих-то, а? Мух? Да что вы его на голое железо-то положили? Поднимай-ка. Вань, Мух, ты как здесь? Миша, скажи, почему? Миша. Мухов, ты как здесь оказался с беляками? Миша, какими беляками? Мы везли там внизу сундук товарищем Ревком. Фельдман. Миш, найди Фельдмана. Фельдман, найду. Ваня. Ваня. Ваня! Помер! Беда. Он стрелять начал? Я же не знал. Да уйди ты с глаз давай! Ну, Ржевский.
Ну, давай ты уже заходь-то. Чё встал? Погоняй! Сундук заховать у пиндоса, муха вот похоронить. С этими шо? Оставь все тут, их свои заберу. Интересно, что Ржевский скажет за этот фокус. Миш, давайте я с вами. Не надо. Нехай съездит, мало ли что этот гад задумал. Серьезно? Прыгай. Трогайся, Эй. Ладно, мы с пиндосом текаем, вы похороните этого Мухова и уходите берегом. Место припомните потом, папа покличем. Пиндос! Что, как? Так себе. Взяли? Взяли. Что на мукомольне? Спокойно, он с полчаса как подъехал. Один? Один? Сюда и поедем. Куда? На мукомольне куда? Давай, что ты топчешь, я не пойму. Ну, поехали. Винч. Миша, красиво. Мы же договорились, что вы один приедете. А вы? Что это значит? Что это значит? А что значит этот фокус? Вы говорите, нас шхуни офицеры. Мы кладем 7 человек. Шикарный вид. А они такие офицеры, как я, Равин. И Майдан свой перли совсем не вашему Алмазову. Или это вы так шутили? Да какая разница, красная и белая? Такая! Что, может, за красных я и не взялся бы. Миш, зачем нам политика? Да не в этом дело. Просто не люблю, когда меня играют в темную. К тому же среди тех парней, что мы повалили. Дружок мой оказался. Как теперь? Да никак. Что сделано, то сделано. Сундук где? Так не будет сундука. Мне эти цацки теперь без надобности. Мне бы грех отмолить. Да и вам они ни к чему. Вы с ума сошли.
Миша, вы дурак. Даже больше, чем я предполагал. Господа! Вот тебе здрасте. Стоять! Пальчик, а ты говорил здесь тихо. А ну стоять! Дайте оружие! Ваше благородие. А то всех побывают. Давай, давай. Вася, это не мы. Фамилия, не так сразу. Башко! Я ваш бродь! Всех вязать. А? Забирай все. Ага. Ну, пошли, Михась. Давай, давай, Серёг. Топай, топай. Почему не едем? Применить надо, господин Тор. Час назад японцы со своей шайкой не просто совершили налет, а убили и ограбили курьеров, которые везли золотые драгоценности красным в подполье на огромную сумму. Почему об этом раньше не сказали? Это секретная информация, Осип Емельевич. Подробности потом. Заметьте, при себе у них ничего нет. Досадно. Ценности надо забрать. Они из сокровищницы государей принадлежат России. Что же вы собираетесь делать? Думать. Да, Осип Емельевич, вы к японцам пока не ходите. Все понимаю, но дело прежде всего. Вот сокровища заберем, и потом берите, делайте все, что хотите, не жалко. Хотите, расстреляйте, хотите в тюрьму. Учитывая ваше к нему отношение, думаю, вам даже приятнее будет. А пока он мой. Какой вы, Миша, балаган устроили. Главное, зачем? Чудак вы. Как это зачем? Вот оно и выходит же. Не с дурной головы я сундучок-то прибрал. Я бы его привез, так вы бы меня тут и кончили. А я без того скончу. Не сомневайтесь. Снова шутите? Теперь же совсем другой коленкор выходит. Я же теперь денег стою. Чистый Ротшильд. Откупиться хотите? Да вы не за этим пришли. Давайте уже, баш на баш. Положим. Так вон, отправьте Сеню Карапета. Он того малого. Я скажу, он привезет сундучок. Нет, ну, с ним понятно, мои ребята приедут. Чтоб все по-честному. Башко! Ну, ты что, пошел? Пошел, я тебе сказал! Миш, в сарай идите. Да нет, спасибо. Я здесь с хлопцами посижу. Да успокойтесь уже, куда я дену. Папироску лучше дайте. Вам не жарко? А я в прохладу пойду.
А ну стой, куда прешь? А что, дядечку, купите ковуны. Шо? Какие ковуны? Ты кто такой? Да ты дивись, какие гарные ковуны, аж полная корута. Тихо, тихо, дядю. Сдох, падла. Жалко. А то бы я с ним побалакав за брата моего Гришу. И за то, как сестру его резал. Да ладно. Тут есть с кем по душам побалакать. Эй, хорош там! После лютовать будешь. Люди говорили, ты меня искал, японец. Да был дел. Ну, а ты свиделись. Шо, не рады? Не рады. Ну, давай хоть поздоровкаемся. Я так, для почину. Мы с тобой долго балакать будем. Яша, ты же говорил, их двое будет, а? Яша, значит. Ну что, японец, куда тебя ткнуть? В глаз или еще куда? И Герша нет встать за тебя. Этого ослабони. Яш. А шо ж ты так, а? А я голову сломал. Кто? Он. Он и на дачку твою навел. Жаль, не получилось в прошлый раз. И зараз про сундук рассказал. А кстати... Где сундучок-то? Что-то я его не бачу. А? Ну, с чего, а, пальчик? Заткнись. Да не, я понять хочу. Не люблю, когда непонятно. Хоть задорого продал-то. А то. Яша свой интерес держит. Сука ты, пальчик. Заткнись ты сам, ты сука, понял? Тебя самого списать надо было давно! Слюнь-то подбери, заплевал всего. Вот такие мы с Яшей друзья. Друзья? Врешешь? Не был ты мне другом. Не был ты мне другом! Тихо. Ты потом с ним посчитаешься. Сундук где? А сундук тю-тю. Что? Да я тебя вместе с ним зарую. Где золото? Да будет золото, за ним карапет поехал. Пусти меня!
их там? Так я сосчитал, что ли? Много. Может, 10? И 8. Я же говорю, он сразу Миши по морде дал. А потом уже нам руки начал крутить. Вот я же ему говорил, намучить тут киевский сволочуга такая. Миша же у нас самый грамотный. Христо, надо людей собрать, человек 10. Не могу, как я их соберу, они вон все по хатам сидят. И что делать? Их там до черта, а нас 3? 5. А с откуда 5? Что ты кипишуешь, вон нас 5? Ну 5, все одно надо ехать. Ну что ты встать, тащи сундук. Здорово, пацаны. Едем? Едем. Братан, уходи. Ну, чтоб тебя, малый, а тяжелый. Брат, а помогай. Добре. Пальчик, жрать ты хочешь? Он сало не жрет. Их еврейский бог насчет сала не одобряет. Какого? А? Киевского нема. Кого? Раевского. Надо пошукать. Да грец с ним, может, убег. Нет, он здесь где-то, я чую. Шабер. Мандула! Ну что? Да брось ты эту падаль, дело есть. Одного забыли, пойдем пошукаем. Гляни-ка, фактура. Японец, вставай. А что уже? Гостей встречать будем. Акула. Вот я что-то не понял, а где полиция? Где надо полиция? Гроши привез? Ты как? Яш, а ты что там стоишь? А где надо, там и стою. Продал он нас эти. Давно уж. Побалакали и будет. Сундук неси. Я тебе что, дурной? Японца отпустишь, принесем. Пасть закрой, слухай сюда. Японца я с собой забираю. Версту проедем, выпущу. Слово даю. Но если ты за нами поедешь, я его на лоскуты порежу. Сундук неси. Пиндос? Шабер. Прими кассу, Шабер. Тяжелый. Ну что, побалакали и разошлись. Акула!
Вася, дурак! Стоять! Брось! Не подходи! Да жить будешь! Заткнись! Ну что, Иуда? Пожалуйста. Да развяжите, что мне до ночи так валяться. Уманец, развяжи. Не надо. Ну давай, что стоит. Да бегу. Не надо. А что вы такую пальбу начали, как у бутылки? Вы ж могли во мне дырку нашел. Так и здрасте вам с кисточкой. Они вас тогда с собой увезли, а коп живых не оставил. Забрали. А лучше, чтоб я с ним рядом был, а? Ну, Миша. Что еще-то? Миша. Женский обег. С сундуком гадюку убег. Шикарный вид. А мы же нагоним. Ща, нагоним. Все. Ускакал, ваше благородие. Пишите письма. Да и черт. Да? А что? Что, Изя? Ты с утра пораньше под пулями только нагибаешь. Народу положили, это что-то страшное. Так что ж, наши ж все ж целы. Так это все задарма, Изя. Этот пот золото увез. Да ладно, какое золото? Так, мусор. Что? Да я шо, дурное золото сдавать? Вон пиндос накидал железяк, каких не нужно. Изя, а если б кто проверил? Да ладно, проверил. Не до того было проверять. Изя, ну ты меня умиляешь. Да шо я с акулой не нюхался? Хорош вы, а! Ну что с пальчиком будем делать? Как полагается. Нет, ты такой смелый, Изя. Так а что делать? Ну и что, ты сможешь? Да я что знаю. Может, смогу. Да ладно. Съезжать надо отсюда. Сеня, подавай сюда. Пальчика забирай. А там... Вставай, Иуда! Не подходи на меня! Это тебе за все, Яша. Thank you.
Забрать его надо. Да его свои заберут с полиции. Дурак ты, Витя. Мы ему свои. А ну, подмигни. Ося, ты что же, живой? А ну сюда все, быстро! Ося, 100 лет жить будешь. Считай утро. Ну что, Соломон Яковлевич? Как он? Живой. Ну, хоть может говорить? Он может говорить. Он мне сказал, что убил того человека, который забрал у нас Зою. Это так, Мойша? Это так. Он убил. Он так сказал. А больше... Больше он ничего не сказал. Наверное, подумал, что я буду рад. Как можно быть радом, когда убили человека? Это был не человек. Когда Бог с чего-то сотворил его человеком, так это человек. Не надо вести меня домой, Мойша. Я буду здесь. Он очнется. Я хочу быть рядом. Не спать. Не, майорчик. Есть еще одно дело. Юра, меня удивляет ваше спокойствие. Этот негодяй убил наших товарищей. Я уже не говорю о деньгах. Софья Павловна, он же сказал, это была ошибка. Хороша ошибка. За такую ошибку одно наказание – смерть. Да перестаньте вы уже скакать. Миш. Саш, у меня тоже нервы не железные. Я же тоже психануть могу. Скажите, чтобы она перестала прыгать. Тихо, товарищ. Софья Павловна, сядьте. Да оставьте. Успокойтесь, вы. Прошу вас. Миш, ну, в самом деле, вы ограбили нас в неподходящий момент. Деникинцы вот-вот сдадут город. Мы готовим восстание. Нам деньги. Вы, собственно говоря, зачем пришли? Ну, вот сейчас со смеху попадаете. Деньги хочу вернуть. То есть? То есть вы действительно вернете ценность? Ой, Саша, самому жалко. Ну, отсыплю себе трошки. Ну. Я ж тоже расстроился. Наглость. Софья Павловна, я прошу вас. Да не беспокойтесь, я не обижу.
Просто вы поймите, Саша, я тоже не могу без интереса. Я же не граф Толстой. Меня люди не поймут. Хорошо, хорошо, мы согласны. Миша, а кто навел? Нам необходимо знать. Это роман с приключениями. Нашелся один интересный чудак. Имя, Миша, имя. Это архиважно. Операция проводилась в строжайшей тайне. О том, когда придет шхуна, знал только наш человек. Глубоко законспирированный сотрудник ЧК. Поймите, мы даже лица его не знаем. Связь держим только через тайник. И больше никто. Никто. Ну что ж, протух ваш чекист. Да вы только не плачьте. Я ж знаю, что говорю. Знаю, кто это. Он сказал, что с утра его уже не будет в Одессе. И вот сейчас уже нет в Одессе. Мало ли как из города выбраться. Он же сказал, за границу. А как выбраться, когда поезда все стоят, потому что красные перекрыли все пути? И только утром этот пароход уходит на Марсель. Майорчик, как этот пароход? Каледония. Ну ладно. Вы хоть не ложитесь, я ее пошел. Только если вам без интересу, то я сам сбегаю до Халидонии. Нет. Это наше дело. Саша, у нас есть товарищи на Каледонии? Спасибо. Зря ты им пообещал груши вернуть. Они же малохольные. Потратят на глупости. Да, не жмись, майорчик. Живи широко. Да жалко просто. Неплохие деньги. И считай на ветер. Да я, может, не отдавал бы. Только Мухов же. Мы с ним по этапу и в пересылке. И считай всю дорогу в соседи покойки. А тут, получается, я его. Я же не пес какой-то, пойми. А гроши будут. Гроши мусор. Как знаешь. А я, кажись, понял, с чего пальчик сдурел.
Да с денег с чего? Да не. До денег он всегда аккуратный был. И с нами он пошел не потому, что схотел, а потому, что боялся свое упустить. Ну так же что? Мы жируем, он что слева. А сдурел он с того раза, как ты розочку себе забрал. Грустно, бледна, а тебе тоскует сердце в эту ночь. И лишь луна со мной одна, но она не может. Ну и дурак. Мог бы обратно забрать. После тебя он не мог. Потому и взбесился. Поздно. Небо хмурится грозно. Слезы. За что я страдаю, судьбу проклинаю свою. Что ж ты молчал, раздотумкал? Сделаем лыхаем. Яша Бен Матвей. Немедленно освободите улицу! Что ты орешь? Ты разберешься! Он допустил! А он тут, ваше благородие! Мне сказали привезти, я принес! Вон, сукин ты! Ваше благородие! Вот я его нагайкой! Чего нагайкой-то? Мне сказали доставить до генерала, я доставил! Гляньте сами! Что ты привез? Ваше превосходительство! Что у вас за... Бесконечный бардак, Студзинский! Посмотрите, ваше превосходительство. Так что осмелюсь доложить, в том, что Ржевский большевистский агент, нет никаких сомнений. Ваше превосходительство, информация абсолютно достоверная. Если чего и жаль, так это то, что как следует не удалось побеседовать с господином Ржевским. Мы с полковником Гриневичем собирались, да вот. Рекомендация. Письмо генерала Алтунина. Ну что ж ваше, контрразведка. Ваше высокопревосходительство, именно от генерала Алтунина и получены разоблачительные бумаги. Генерал крайне разочарован, он сам был введен в заблуждение. Почему вы мне не доложили? Не хотел торопиться, Алексей Николаевич. Взяли под наблюдение, хотели выявить связь. Увы, на подлинную историю господина Ржевского мы вряд ли узнаем, но и того, что известно, достаточно, чтобы его повесить. Авантюрист размах. Антихрист, а не авантюрист. Действительно служил у министра графа Хвостова. Зимой 17-го предложил свои услуги ЧК. Но прослужил недолго. Погорел на махинациях с конфискованными ценностями. Был приговорен к расстрелу, но отпущен по личному распоряжению Дзержинского. А кто же он такой на самом деле? Алексей Николаевич, я более чем уверен, что Ржевский Раевский – резидент ЧК. Более того, я уверен, что он вел двойную игру. Политика его не интересовала. Что тогда?
Деньги. По агентурным данным, подпольный ревком ждал крупную сумму денег из Москвы на организацию восстания в городе. На одном из причалов Одессы нами обнаружена шхуна, на которой везлись деньги. Весь экипаж перебит. Несомненно, это дело рук Ржевского. А кого еще? Николай Никифорович. Простите. Деньги нашли? Никак нет. Пока. Но одно радует, красные их тоже не получили. Перед смертью Ржевский оказал нам услугу, так что без денег на организацию восстания в Одессе у товарища ничего не выйдет. Мадам и месье, сегодня утром я делал променад и плакал. Вы спросите меня, почему, я отвечу. Потому что я уже привык. А вижу, что пора отвыкать. А как не хочется, вы себе не представляете. Вы меня, конечно, спросите. Ёнчика, к чему это ты так привык? Так я вам отвечу. Я привык к тому, что по утрам мама стала говорить мне: «Бонжур, сыночка!» А в кофейне булочки стали называть круассанами. Какое тихое, правда? Хорошее слово. Круассан. И так и все. Все. Они садятся на свои красивые пароходы и отплывают в свою красивую Францию. Адье! Задь гизун! Но с чем остаемся мы? Мы остаемся без бонжуров, без круассанов и с разбитым сердцем. Я не знаю, как вы, а я рыдаю. Добрый день. Лилия, родная моя, вы уже собрали вещи, когда отъезжаете? Вроде нет, остаемся в Одессе. Милочка моя, да вас же повесят. Немедленно бегите отсюда, спасайтесь. Уносите руки. Что случилось? Как что? Союзники уходят из города. Надо бежать. В Париж. В Париж. Это безобразие. Я жду уже 3 часа. Все парикмахерские переполнены. Вы ложились? А, нет. И чего же ждете? Красные в городе. Надо удирать. Вы что, побежите так? Непричесанная? Вот Ольга Николаевна молодец. Я на днях все почувствовала, посетила ателье, модистку еще вчера сбегала и в цирюльную и завелась. Мадам, я должна бежать. Бегу. Альбертик, пожалуйста. Ну, горячий путь.